Ян, поздравляю тебя с днем рождения. 30 лет, круглая дата. Как сам воспринимаешь вот этот возраст? Много это, мало? Ну, спасибо вам, что меня поздравили, конечно. И, ну, мне очень приятно. Не, ну, я... то, что мне 30 лет, конечно, чувствую себя в душе всегда, как, ну, всегда буду молодой, как бы, да. То, что 30 лет, я думаю, это хороший возраст для футболиста, для защитника, и я не чувствую себя никаким там старым, да. Только на моем счете уже висит не двойка, а тройка сейчас. Если подвести какие-то первые итоги жизни, что уже удалось, а что пока нет? Ну, жизнь такая красивая, да, всегда, каждый день может что-то произойти, да. И то, что уже произошло много в моей жизни за эти 30 лет, да, я надеюсь, ну, были и плохие моменты, но больше было хорошего, да, и в футболе, и в личной жизни, да, поэтому я надеюсь, что так и пойдет дальше, и когда будет висеть, ну, у меня троечка, поэтому надеюсь, что в жизни будет все так хорошо, как сейчас. Как тебя команда поздравила? Ну, все молодцы, все поздравили меня, да, каждый лично, да, пожелал мне много здоровья, счастья, любви, поэтому все молодцы, конечно, я думаю, что будет время, чтобы посидеть и отметить мой день рождения, да, только надо еще потерпеть пару дней. За уши не тянули тебя, как Сычева, не так давно? Да, да, меня, ну, это всегда делает Гильерми, да, поэтому... Я не как другой, да, вот, как все, так и Гильерми тоже меня потянул за уши, чтобы я, поэтому всегда Гильерми делает. А отмечать как будешь, вот еще в Москве или уже в Словакии? Ну, знаете, сегодня я буду отметить с моей девушкой, с родителями, поедем к ним, потому что нас пригласили в гости, будем вместе отмечать. А я говорю, что у нас игра еще, поэтому надо потерпеть после 14-го, я думаю, что... Команда улетает в следующий день, поэтому я надеюсь, когда все будет хорошо, можно посидеть после игры. То есть получается, что ты в Словакии после игры уже будешь отмечать день рождения, потом будет Рождество, потом Новый год. Мы тебя в январе дождемся после таких праздников? Не, ну знаете, да, вот у меня декабрь такой, такой месяц, но у меня, знаете, вот всегда, когда... Ну я уже почти 5 лет в Москве или в России, мне никогда не удалось то, что мне команда поздравила, потому что когда еще Сатурн играл, всегда сезон заканчивался, ну, в начале декабря или в конце ноября, и также всегда, когда я в Локомотиве был, да, это первый год, и сразу 30 лет меня поздравила команда, да. А то, что касается в декабре, да, у меня день рождения, будет Рождество, у тоже моей девушки 25 лет, тоже такой, ну, юбилей, и потом, конечно, Новый год, а, ну, такой праздник, но... То, что всегда надо какие-то подарки покупать много, да, и, ну, что поделаем, это такой декабрь у меня, такой жизнь. Ты в гороскопы веришь? Ну, я читаю гороскоп, да, я верю. Бывает, когда, ну, подтвердился этот гороскоп. Ты стрелец, если да, не ошибаюсь? Стрелец, да. Вот какие качества стрельца ты знаешь, и насколько это совпадает с тем, как ты сам себя ощущаешь? Ну, стрельцы, вот, говорят, что они такие, ну... Бойцы, да, по жизни, они чего хотят, того и добиваются, да, и у меня, наверное, такой даже характер, да, поэтому я в это верю. Наверняка все твои друзья, знакомые, просто болельщики скажут тебе массу добрых слов, а что бы ты хотел пожелать сам себе? Я самое главное, я бы хотел пожелать себе здоровья, да, потому что это самое главное в жизни, и не только себе, и, конечно, всей моей семье. Всем, как бы, просто и команде, чтобы все ребята были здоровы. Ну, как бы, пожелать всем, не только себе.